Приветствую, дорогие друзья. Еще раз приветствую, дорогие друзья. О, спасибо. Рад всех вас видеть, сегодня быть опять все вместе. Знаете, я об этом думал 2000 лет тому назад. Эта неделя, она была как роллер-костер. Это были американские горки, эмоциональные. Иисус въезжает в Иерусалим, большой праздник. Через пару дней тот же народ, который его прославлял, кричал ему «Осана», кричит, чтобы его распяли. Потом Иисус умирает. Потом опять следующее воскресенье, следующее воскресенье Бог, Иисус воскресает. И смотря на историю или на то, что мы читаем в Библии, тем людям было, наверное, непонятно, что происходит. Но мы знаем, что происходит. Мы знаем, как все закончилось, к чему оно все стремилось и почему, и для чего это все было. И у нас эта неделя, она не для того, чтобы плакать, не для того, чтобы унывать, но чтобы славить Бога, благодарить Его за то, что Он сделал для нас, и пусть Бог благословит нас в этом. Итак, в свете прошлой проповеди, прошлого воскресенья, давайте мы устроим атмосферу любви, поприветствуем друг друга и дадим друг другу внимание. Даже если хотите, можно и святым поцелуем. Your voice unites in all your depths from furthest
heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honor to the King. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за еще одну возможность встретиться вместе, быть вместе. Мы пропели о том, как весь мир, вся вселенная, все, что дышит и не дышит, оно прославляет Тебя. И мы хотим присоединиться к этой песне сегодня, мы хотим вместе прославить имя Твое, поставить Тебя на показ, показать, насколько Ты красивее, лучше, умнее, чем все и все на этой земле. Господь, мы понимаем, что мы от Тебя зависим, без Тебя мы никто, мы получаем спасение только от Тебя, благодать и милость только от Тебя, мы за это Тебя очень сильно благодарим. И Ты видишь, что мы эту неделю начинаем вспоминание о том, что произошло те далекие года назад, Господь, о том, как Ты зашел в Иерусалим и как пошла вся эта история, история спасения. Господь, помоги, чтобы мы не просто еще раз вспомнили это или не еще раз об этом как-то подумали, но чтобы это реально коснулось нас, чтобы мы оценили наши отношения с Тобой, как мы воспринимаем Тебя как Царя, и пусть через все служение сегодня Твое имя будет прославлено. Молимся и просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Верую в непостижимого Господа Бога Отца. Верую во Вседержителя, смысл и жизнь миров. Верую я в промыслителя, подателя всех даров. Верую в Бога единого, невидимого Творца. Всех.
Слава Господу за веру, которую Он дает, и благодаря этой вере мы знаем, что Он наш Спаситель. Благодаря этой вере мы можем сегодня продолжать. Тогда, когда у нас трудности, мы можем перешагивать через эти трудности и двигаться вперед, потому что мы знаем, что наш Господь, Он жив, мы знаем, что Он наш Отец и что Он наш Спаситель. Друзья, мы сейчас хотим выучить с вами новую песню. Это новая песня. Вы знаете, вообще сейчас мы входим в вот эту неделю пред Пасхой, и уместно нам в этот момент думать о смерти Иисуса Христа, но также о воскресении Иисуса Христа. И когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, друзья, помните, что мы теперь, кто во Христе, все, кто во Христе, тоже когда-то воскреснут. И вы знаете, чем дольше живешь, чем дольше живешь или проводишь христианскую жизнь, идешь по этому пути, ты больше и больше понимаешь, насколько вообще это невозможно понять, что такое жизнь без греха, жизнь без искушений. Но этот день идет, и он точно будет, друзья. Это песня о том, что когда-то придет тот день, когда мы встретимся со Христом. Мы тоже воскреснем. Поэтому я очень желаю, чтобы это была песня ободрением, о том, что этот день действительно будет, что мы идем туда, мы встретимся со Христом, и тогда уже у нас не будет никакой борьбы с грехом. Мы будем лицом к лицу с нашим Христом. Victorious, His kingdom knows no end. Through His resurrection, death has lost its hold. I know on that final day I'll rise as Jesus rose. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voice as one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace. And we will keep on singing on that glorious day. What a blessed hope, though now tired and spend eternity around our Savior's throne. Though we grieve our losses, we grieve not in vain, for we know our crown of glory waits beyond the grave. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you lift our voice as one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace.
day, we will know you as we lift our voice as one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace. We will keep on singing on that glorious day. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voice as one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace. We will keep on singing on that glorious day. We will keep on singing on that glorious day. Да, дорогие друзья, этот день непременно наступит. День, когда у нас не будет никаких нужд. День, в котором у нас будут только благодарности. Но сегодня мы еще на пути и движемся к этому дню. У нас много нужд. Откройте вместе с нами текст, который направит нас в молитве. Этот текст записан в книге «Псалтырь», глава 44 или 44 псалом. Мы будем читать с вами с 1 по 8 стих. Но перед этим у нас есть несколько нужд, которые мы с вами обозначим и будем молиться. Первое, мы помолимся с вами о нашей сестре Мальвине Зима, у нее завтра операция на ноге. Помолимся о ее душе, помолимся о благоприятном исходе этой операции, о их семье. Также наш брат Олег Шайкевич из Одессы передавал всей церкви привет, приветствие и он просит продолжать молиться о них, об их служении. Если вы знаете, если наблюдаете, следите за их служением, то они благовествуют, они занимаются массовым евангелизмом, они много служат людям и при этом много говорят о Христе. Вопреки всем обстрелам, всем трудностям, всем испытаниям и рискам, с которыми они сталкиваются. Будем молиться об Олеге Шакевиче, о его команде и о том, что они делают там в Одессе. Также, я думаю, вы слышали, что на этой неделе произошел теракт в Москве, в результате которого погибло много людей, больше 100 человек. Мы будем молиться об утешении всех, кто потерял близких. И будем молиться, чтобы через вот такие потрясения люди искали Бога. Люди понимали скоротечность жизни и шли к тому, кто вечный, кто единственный может дать спасение. Также мы с вами помолимся о Харькове. Если вы слышали, то на этой неделе там сильно обострились обстрелы, усилились ракетные обстрелы. Город буквально накрывают ракетами, дронами и другим видом оружия. И те братья и сестры, которые там живут, они просят о них молиться. Такое происходит не только в Харькове, в Запорожье и в ряде других городов. Мы будем молиться о том, чтобы Господь послал свой мир. Давайте прочтем наш псалом, который очень созвучно, наверное, смотрится с нашими нуждами. Этот псалом говорит нам о том благодатном, праведном, славном, прекрасном, великом царе, который так нужен каждому из нас, который так нужен этому миру. Никто не может дать мир этому миру, кроме этого царя. Давайте прочтем этот текст о необычном царе и помолимся в свете этого текста о наших нуждах. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашан учение сынов Кореевых, песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею, красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости, и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего – Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой,
елеем радости боли соучастников Твоих. Помолимся. Бог наш, Ты Царь царей, Ты Господь господствующих. И Ты сделал царем Твоего Сына. Он пришел в этот мир, чтобы послужить, чтобы пострадать, чтобы воскреснуть. И Он вошел на небеса, чтобы однажды прийти сюда и чтобы установить свое царство. То царство, которое не может дать ни один правитель в этом мире, ни одна система правосудия. Славим Тебя за этого необычного царя, за царя, который благой, который благодатный, за царя, который справедливый, который судящий, за царя, который праведный, который возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Боже, мы приходим к Тебе благодаря этому Царю Иисусу Христу с нашими нуждами сегодня. Просим Тебя о нашей сестре Мальвине Зима, чтобы Ты благословил ее, ее семью, сделал эту операцию успешной завтра, благословил врачей и укрепил их дух. Просим Тебя о нашем брате Олеге Шайкевиче, о его служении, о его команде. Благослови их, дай им ревность, смелость, вопреки всем рискам, опасностям, с которыми они сталкиваются. И дай, чтобы Твой Дух работал в их служении, чтобы через это служение многие люди обратились. Просим Тебя также о всех людях, которые потеряли своих близких из-за теракта в Москве. Просим, чтобы Ты послал Твое утешение, чтобы Ты обратил сердца людей к Тебе, чтобы они поняли, насколько эта жизнь скоротечна, насколько она неконтролируема нами, и чтобы они обратились к Тебе, истинному Богу, истинному Царю. Просим Тебя также о Харькове, о Запорожье, о других городах, где сейчас особо сложно всем людям и нашим братьям и сестрам. Просим, чтобы Ты послал Твой мир, чтобы Ты использовал все эти трудности для расширения Твоего Царства, для того, чтобы люди преклонились перед Тобой, чтобы не только земной мир стал их ожиданием, но Твой небесный мир. Просим Тебя о Твоем действии, о Твоей благодати, о Твоей защите. Соверши это, Боже, по милости, по воле Твоей. Благослови также материальное служение. Дай нам быть жертвенными и дай, чтобы те ресурсы, которые Ты нам даешь, они принесли бы Тебе славу и пользу Твоему Царству. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. It was love that brought you from above to walk upon the earth, and love that caused your weariness, your hunger and your thirst. It was love that caused you to be tried and tempted by the foe, and love that brought the nails and cross, and love bought my soul. How wonderful your love, the mystery of mysteries, filling up my heart, more glorious than I know. How wonderful your love, there's nothing else so sweet to me. From the lover of my soul. Your love is filled with holiness, O Spirit, fan this flame. Your love will never cease or cool, your love will never change. Oh, let me see your love for me, around me everywhere. The shining sun, a gentle rain, remind me of your care. How wonderful your love, the mystery of mysteries, filling up my heart.
yes, then I know how wonderful your love. There's nothing else so sweet to me. I'll never be apart from the lover of my soul, from the lover of my soul. Слава Богу. Дорогие друзья, приветствую всех. Я очень рад вас всех видеть. Хорошо быть вместе в общении, особенно тогда, когда мы говорим о Иисусе Христе, когда мы вспоминаем эти последние события Его жизни на этой земле. Он жил несколько, или служил всего лишь 3,5 года, жил немножко больше 30, но эти последние дни были особыми в его жизни, и сегодня мы начинаем вот этот последний отчет уже событий. И хочу сразу обратиться ко всем нашим гостям. Мы очень рады, друзья, что вы здесь. И если вы еще не знаете того Господа, о котором мы говорим сегодня, о котором мы будем проповедовать, вы должны знать, что вы можете сегодня с Ним лично повстречаться. Он пришел для того, чтобы каждый верующий, любой, кто захочет, мог к Нему прийти. И поэтому помните, что Он пришел для того, чтобы умереть за вас, чтобы жизнь свою за вас отдать. Нет человека, который бы не знал, что он греховен. Нет человека, который бы претендовал на то, что он без греха. Но обычно человек думает, что он как-то свою вину искупит своими добрыми делами, порядочной жизнью. Не получится, друзья. Помните, что единственное, как вы можете избавиться от вашего греха, это уверовав в жертву Христа. Вы нуждаетесь в Его праведности. И вы сегодня еще будете много об этом слышать. Поэтому просто знайте, что вы имеете эту возможность. В любое время вы можете склониться, покаяться пред Господом, подойти после собрания, поговорить с любым человеком здесь. Здесь очень много из христиан, которые готовы помолиться с вами, поговорить с вами, рассказать вам больше о Христе. И не спешите уходить, пожалуйста, после собрания. Останьтесь, чтобы мы могли пообщаться, познакомиться с вами. Мы сейчас вместе порадуемся радостью в нескольких семьях. Писание говорит: «Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися». И вот сегодня у нас есть несколько семей. Ну, во-первых, Денис и Рита Крамчаниновы. У них родилась на этой неделе дочь Мелисса. Давайте за них порадуемся. Поздравим их. Слава Богу, мы не уходим от нашей традиции. Каждое воскресенье у нас или кого-то благословляем, или кто-то рождается. Вот, каждую неделю новости есть о том, что кто-то еще ожидает вот, детей. Так что молитесь за всех ожидающих. Да. Спасибо за поздравления. Вот и нашей семье, я знаю, вы уже слышали. Вот молитесь за Наташу, за меня. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас поздравим наших друзей. Тоже вот они принесли уже молиться, у них уже родились. И это Казаны. Помните, в то воскресенье мы Казанов благословляли, да? Это было в то воскресенье, правильно? Я со временем у меня плохо вообще, я забываю очень быстро, когда все происходит. Вот. И сегодня Мейган и Фил, и Лорен, и Бен принесли своих две дочки. Одну зовут Картер, другую зовут Аврора, или Аврора. Поэтому давайте их поздравим и порадуемся. Я сейчас буду говорить по-английски, естественно, поэтому, если вы не понимаете, попросите, чтобы вам перевели. Welcome to the stage, to this very, very special place where we pray over children. This is your first time. You guys never been parents before, and you've seen how people struggle with this thing called parenting. And I just want to remind you guys that this is a great, great responsibility and a great gift, a great privilege that God has gifted you with. And your daughters are so little, but I think you're realizing how much you need the Lord already.
And my prayer today is that with every day you realize more and more how much you need him. I want to read out of Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6, very, very well-known passage. It says, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one, there is no other God. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These are the words which I'm commanding you today. They shall be on your heart." And then he says, only after you have this part taken care of, you will be able to teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them these words that the Lord is one as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on your doorposts, in your house, and on your gates. One main thing that I want to emphasize is that you will never be able to teach these things to your children if you don't love the Lord God with all your heart. That is one of the biggest mistakes that parents do. They think that their responsibility, it's always about the children. You know, they need to come to know the Lord. And it's them who need Jesus. And we need to pray for them, right? We need to pray for our children to come to know the Lord. And obviously we emphasize so much children that we forget that we need to love the Lord. That's what the Bible says. You shall love the Lord with all your heart, might, and strength. And if you will, trust me, you will not be able to hide that life from your children. Because when the Lord is on the throne of your heart, most of the problems in parenting, in relationships, you name it, any area of life, wherever there's disharmony, wherever there's an issue, it always can be tracked down to lack of love for the Lord. Think about it. Analyze. And you will see that it all comes down to who do I love, what do I love the most. And that is the greatest peril of parenting, especially in our day. It's parents who want their children to follow the Lord, who pray for their children, but they're not themselves full of this life of Christ within them, right? So, friends, we're going to pray for your beautiful girls today, but even more so, we're going to pray for you guys. You're Christian. You know the Lord, right? You have come to know him, but there's so many things that get in the way of you knowing him more and deeper. So we're going to pray that God would never allow you to lose that focus, okay? And may God really teach you that and have that as conviction in your heart, okay? You cannot give them what you don't have, all right? Amen? Amen. Let's stand together. Давайте встанем and let's pray for these beautiful girls. So we're going to have fathers or mothers pray first. And then the fathers, and I'll take. Dear Heavenly Father, thank you so much for today, Lord. I pray that you be with us all here, Lord. I pray that we would listen to what Pastor said and make you number one in our hearts, Lord, that you might be able to go through us and use our child, Lord. I pray that you'd fill us with your Holy Spirit. God, help us to love each other. Help me to love my husband the way I'm supposed to. That way, that will show our daughter that's how that Christ loved her. Lord, I just pray that you'd be with us all. In Jesus' name, amen. Heavenly Father, thank you for today. Thank you for giving us the opportunity to come together with our friends and family, to gather our church and worship your name, God. Thank you for this precious gift that you've brought into our lives, God, and today we pray over her and dedicate her life to you, God. We pray that you guard her heart, watch over her, God, and protect her. Help us as parents, give us wisdom to raise her in your word, God. Help me as a father and as a husband, be a biblical father and a biblical husband, God, and help me protect my family. In Jesus' name I pray, amen. Father, we thank you so much for these beautiful gifts that you entrust into us sinners. We're not able to carry out this task without you, without your help. So I pray that you would help give this deep, deep conviction to Phil and Megan, how much they need you every day to
to fill their hearts with your word, to fill their hearts with fellowship with you, with the knowledge of you, that deep personal knowledge. They need the work of sanctification done in their heart in order that they can bear everything that Carter will bring into their lives. We don't know her future, but we do know that we can entrust her to you and trust that you will one day save her, that you will one day make her your daughter, that you will one day have mercy on her. Father, we pray that you would please bless Phil and Megan, that they would be consistent, that they would pass along that life that is within them right now and that will be growing. Father, help them to be faithful, to love you with all their heart, mind, and strength. Pray all these things in your name. Amen. And now we're going to pray for Aurora. Dear Heavenly Father, we come to you today to lift up our daughter, Aurora. What a blessing she is. I pray that you allow me the knowledge and wisdom to show her what a Proverbs 31 woman is and a godly woman. And I pray that you allow me to teach her not just to love you, but to know you as her personal Savior one day. In Jesus' name, amen. Dear Heavenly Father, I come to you to say thank you for my family. Thank you for Aurora. She's a huge blessing in our lives. When doctors told us that you might not be able to have kids or it would be very hard, your plan overseded that. You gave us a child, and it's a gift, and she's a blessing. And we truly come to you to say thank you. Thank you for allowing this to happen when doctors said it might not happen. God, thank you so much, Lord. I pray, God, for Aurora. I pray, God, that that she would be a woman who loves you, who fears you. I pray, God, that you'd open her heart up to realize that that she's a sinner and that she needs saving. I pray, God, that you would allow Lauren and I to live our lives worthy of the gospel, to love you with all of our heart, mind, soul, strength, everything of us, God, that Aurora would see that, that Aurora would see the way we live and how much we love you, and that would open her heart, her mind, and her soul to, strive for Jesus, to strive for you, Lord. God, please open her heart. Please save her, because you're the only one that can save. Lauren and I can't save her. And I pray this all in Jesus' name. Amen. Amen. Father, I thank you for this beautiful gift, Aurora, and the family of Ben and Lauren. I thank you that you gave Aurora Christian parents. I thank you that her parents truly know you. And I pray that you would bless this family. Bless them with a biblical setting in their home, a biblical atmosphere full of love and understanding. I pray that you would help Ben as a leader of the home to lead his family to Christ, to teach them to love you with all heart, mind, and strength, that you would give Lauren strength physically and spiritually to be involved in parenting this little child. I pray that you would help them, that you would sanctify them as parents, that you would carry them through everything that they will need to encounter. Father, you know the future, and I pray that you would prepare them for the future. We have this grace to know that you're with us, and we're not scared to face the future regardless of what will happen, because we know that the future is in your hands, Lord. You love us, and nothing can separate us from your love. And so I pray that you would be the center of their home, and that Aurora would one day come to know you as her personal Lord and Savior, and to know you. Pray all these things in your name. Amen. All right. Congratulations once again. They're so, so wonderful. Blessings to you. Хорошо, присаживайтесь, дорогие друзья. Хорошо, с детьми вроде все. Теперь поговорим о взрослых. У нас есть брат
возлюбленный Юрий Михайлович, которому исполнилось 70 лет на этой неделе. И мы тоже хотим его поздравить. Юрий Михайлович, иди сюда, мы помолимся с тобой. Давайте мы встанем, друзья, и помолимся вот над нашим братом, поблагодарим Бога за его жизнь. Вот, и верим его Господу. Господи, мы благодарим Тебя за пастырей наших, за служителей, которых Ты даешь в нашу церковь. Благодарю Тебя сердечно за Юрия Михайловича. Ты дал ему очень насыщенную жизнь уже. И он еще в рассвете сил. Может, уже не те года, но он еще очень молодой, внутри молодой. Он полон еще энергии, Господи. И Ты используешь его для Твоей славы, Господи. В нашей церкви Ты пользуешь его, Господи. Прошу Тебя, чтобы Ты помог ему и оставшиеся дни жизни жить Тобою, развиваться, Господи, познавать, продолжать Тебя более близко и служить Твоей церкви, как он это делал до сих пор. Мы вверяем его в Твои руки, еще раз благодарим Тебя за него. Пускай через его жизнь, его служение, имя Твое прославляется. Аминь. Аминь. Хорошо. Thank you. Thank you, да. Подходите после собрания, обязательно еще раз поздравьте, обнимите его. И скажите ему, что он молодой. Если вы когда-то с ним в теннис играли, вы знаете, какой он молодой, даже помоложе многих из нас. Хорошо. Возьмите, пожалуйста, ваши бюллетени. Я просто напомню несколько объявлений. Вот наша музыкальная группа может уже проходить. И самое главное, помните, друзья, эта неделя будет страстная неделя, неделя перед Пасхой. В этот вторник у нас обычно перед Пасхой собрания нет. Помните об этом. Но будет собрание в четверг. Я надеюсь, все мы таким же количеством можем собраться в четверг. Приходите, у нас будет особое собрание, страстной четверг, будет хлебопреломление, будет проповедь, в которой мы будем вспоминать вот последние дни Господа до Его распятия. Будем напоминать себе Евангелие. Это будет замечательное время, поэтому приходите. В этот четверг будет в 7 часов вечера у нас собрание. Также в следующее воскресенье, праздник Пасхи, торжественно у нас будет хор петь, так что приходите, приходите и будем вместе радоваться. Напомню о том, что у нас будет в апреле месяце конференция о примирении. Вы видите здесь это объявление, я хочу еще раз просто акцентировать его. Будет перевод на русский язык, хороший, качественный перевод, поэтому приходите, пожалуйста, есть QR-код для регистрации. Она не бесплатная, но поверьте, это будет стоить того, чтобы вы пришли, потому что вопросы отношений, вопросы мира между людьми – это главная нужда сегодня греховного мира. Отношения – это самое главное, что грех он затронул, люди самоутверждаются, они враждуют друг с другом, и мы нуждаемся в библейском наставлении, в библейском ответе на то, как же нам вот в этом постгреховном мире сохранять мир в наших отношениях. Поэтому у нас будет очень известный спикер Эрни Бейкер. Я не знаю, если вы о нем слышали, если нет, наберите. Он десятки лет занимается душепопечением, много книг написал на тему примирения. Поэтому, пожалуйста, сделайте. Особенно, друзья, если вы семейная пара, очень сильно рекомендую. Даже если вы живете мирно, спокойно, поверьте, вы не пожалеете, что вы придете, потому что вы увидите для себя много чего нового. Мужской завтрак, женский завтрак. Заметьте, пожалуйста, здесь эти объявления. И регистрация для работников в детский лагерь. Также всех, кто хочет потрудиться, подходите. У нас Даня Кузьменко в этом году ответственна за детский лагерь. Подходите, пожалуйста, к нему по всем вопросам. Как можно быстрее зарегистрируйтесь. Ну и также помните, что мы собираем на здание нашего нового молитвенного дома, нашего строительства. Здесь должен быть QR-код, как-то вот он потерялся в процессе принтования, но здесь он есть. Поэтому если вы хотите поучаствовать в этом фонде, сделайте это. Наше церковное приложение также, Church App, если вы еще не закачали, там есть все наши проповеди, ивенты, события. И там есть на все события также ссылка на регистрацию. Кстати, напомню, Church Camp, друзья, просто, я извиняюсь, 30 секунд. Вот, Church Camp, пожалуйста, все, кто едут, обратите ваше внимание на Church App, есть регистрация, вам нужно заплатить, вы можете это сделать через Church App, и те, которые стоят на Airbnb, вот это групповой сайт,
Мы писали о том, что он будет available со среды, но, пожалуйста, не приезжайте в среду из-за этого, приедьте в понедельник. Вы будете сначала на REA, потом вы переедете в среду, но просто в среду, если вы только со среды приедете, вы пропустите первый наш семинар, который будет. Напоминаю, что у нас будет в гостях Алексей Алексеевич Коломийцев с очень важной темой, поэтому, пожалуйста, запланируйте так, чтобы вы как минимум уже приехали во вторник вечером хотя бы, и чтобы вы уже… Семинары будут проходить в среду, в четверг, в пятницу, в субботу и воскресенье. Вот, так что дай вам Бог помнить об этом. Хорошо, давайте мы сейчас встанем, еще раз поклонимся Богу в пении и будем готовить свое сердце к слышанию Божьего Слова. И все дети, пожалуйста, от 3 до 6 лет, проходите на воскресную школу. Принял.
Итак, давайте вместе с вами откроем Божье Слово сейчас и прочитаем текст, который мы будем сегодня изучать. Это текст, в котором описаны события, которые произошли за неделю до Пасхи. Это въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И это записано в Матфея 21 главе. В Матфея 21 глава мы прочитаем с 1 по 11 стих. Евангелие от Матфея, 21 глава, 1, 11 стихов. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне». И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажи дочери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Они привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение – и говорил, кто это? Народ же говорил, все есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, Боговдохновенное, истинное, безошибочное. Господи, благодарим, что мы можем сегодня читать об этой истории, о Твоем въезде в Иерусалим. Это не просто праздник, который Ты нам оставил, чтобы мы праздновали, Господи, но Ты... Говоришь нам сегодня о глубочайшей важности этого события у Тебя на календаре, которое нужно было, чтобы оно случилось. И помоги нам сегодня увидеть практичность этого события, помоги нам услышать месседж, который в этом событии находится, и помоги нам правильно на это отреагировать. Помоги нам сейчас отвлечься от всего, что мешает, сосредоточиться на то, чтобы услышать Твой голос, чтобы Дух Твой Святой с нами лично через Твое Слово разговаривал. Мы нуждаемся в этом, Господи. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья. Итак, как уже было сказано, въезд Христа в Иерусалим – это обычно первое событие, которое празднуется в цепочке от последних событий прямо перед праздником Пасхи. И я надеюсь, дорогие друзья, что вы ждете праздника Пасхи, что праздник Пасхи для вас – это не просто время, когда весна, птички поют, цветы цветут, и лилии вторят им, и все так прекрасно. Хотя сложно у нас, нам погода не позволяет, наверное, на это акцентироваться. У нас сегодня птички не поют. Вот. Но это не просто такой вайб, да, или не просто такая вот атмосфера весны. Это глубокая-глубокая вера. Празднование того, что Христос победил смерть, Христос победил грех. И от этого отсчет всей моей жизни. Я надеюсь, друзья, что эта неделя это будет праздником вашего сердца. И даст Бог, через неделю мы будем в следующее воскресенье говорить о воскресении Христа. Но сегодня мы празднуем то, что называют вербным воскресением, по-английски Palm Sunday. По некоторым хронологическим данным, Христос на самом деле вошел в Иерусалим не в воскресенье, а в понедельник, но это не так важно. Важно не дата, важно событие. Мы празднуем сегодня событие. И это не просто праздник, который Христос оставил нам, чтобы мы праздновали, как будто нам больше праздновать нечего. Въезд Христа, друзья, в Иерусалим – это было очень важное событие на календаре Бога. Вы знаете, что у вас есть ваш календарь, но у Бога есть свой календарь. Христос хотел, чтобы этот въезд в Иерусалим произошел. Это было предопределенное Богом событие. Это был последний въезд Христа в этот город, хотя Христос еще уходил там в Вифанию, он возвращался в Иерусалим после этого. Но в основном, когда Иисус он
посещал Иерусалим, он потом возвращался в Галилею, где было основное его служение. Но на этот раз он вошел в Иерусалим, чтобы остаться там. Этот въезд положил начало ряду событий. Это вообще, друзья, удивительно. Вот мы сегодня посмотрим на стечение всех событий у Бога на календаре, которые вот все просто сошлись в одно. Но хочу сказать, что торжественный вход Христа в Иерусалим – это прежде всего свидетельство о Христе как о царе, о царе царей. Моя проповедь называется «Необычный царь». Многие под этим входом, они называют этот вход коронацией царя, хотя мы вообще никогда на коронации царя не были, нам это неизвестное событие, но даже если вы никогда не были на коронации настоящего царя, монархии, ну, не означает, что вы не увидите здесь что-то странного. Это была необычная коронация. Когда мы по вторникам начали проходить Евангелие от Матфея, я уже подчеркивал, что Матфей по-особому делает акцент именно на то, что Христос – это царь. Помните, что Христос приходит, и Он проповедует самое первое? Приблизилось Царствие Небесное. Мы находим историю в Евангелии от Матфея, которая начинается с родословной. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть, что Христос пришел из семени Давидова. Это была линия царя. Историю с Иродом мы встречаем только в Евангелии от Матфея, потому что Матфей хочет подчеркнуть, что этот младенец, который родился, он еще вот такая бебечка была маленькая, которую мы сегодня благословляли. Вот представьте, это младенец просто спит, он еще ничего не может сделать, но он заставил царя той местности впасть в панику, в страх. Весь Иерусалим, написано, встревожился. Почему? Потому что это был не просто младенец, это был царь царей, который должен был родиться. Христос, друзья, пришел в первую очередь для того, чтобы указать людям на то, что люди однажды оставили Божье царство, авторитет Бога как царя и устанавливают собственное царство на этой земле. Люди борются за царство. Они отстаивают свое царство. Вы это знаете, друзья. Посмотрите на вашу жизнь. Посмотрите на ваши отношения. Люди отстаивают и борются за царство в своей семье. Люди борются за царство свое в браке. Люди борются за царство в собственной жизни, в глобальной политике. Каждый человек, он по-своему претендует на царство своей собственной жизни. Одна из известных фраз, которая сегодня стала очень популярной, немножко в другом контексте она произносится, но это женщины, которые говорят «my body, my choice». Вы знаете контекст абортов, обычно так, не сестры, хотел сказать сестры. Сестры так не говорят, женщины так говорят. Вот. И вот так вот люди сегодня думают, это my body, это мое тело, это моя жизнь, что хочу, то и делаю. Почему я должен кому-то подчинять свою жизнь? Так вот, друзья, одна из главных целей прихода Христа на землю была в том, чтобы показать людям, что они не цари своей жизни. Это иллюзия, это огромнейший обман. Есть один царь над всем творением, включая вашу жизнь. И этому царю подотчетен абсолютно каждый человек. Вот почему, когда апостол Павел говорит в послании к Колоссянам о спасении, посмотрите, как он суммирует вообще идею спасения в 13 стихе 1 главы Колоссянам. Он говорит, что тогда, когда мы получили спасение, когда мы стали христианином, мы были избавлены от власти тьмы, из царства тьмы, и Христос ввел нас в царство своего возлюбленного Сына. Есть только два варианта царства. Подумайте об этом, друзья. Нет промежуточного какого-то состояния. Ты либо живешь под властью тьмы в царстве дьявола, осознаешь ты это, не осознаешь, не так важно. Это факт, который вот у Бога весь мир делится на две категории. Ты либо и живешь царством дьявола и тьмы, либо ты находишься, ты на протяжении жизни перешел из царства тьмы в царство света, царство возлюбленного Сына, царство Иисуса Христа. Мы рождаемся, друзья, в царство тьмы. По дефолту человек, когда приходит в этот мир, он является грешником. И жизнь Бог нам дает для того, чтобы в течение жизни каждый мог услышать о том, что тебе нужно перейти из царства тьмы в царство света, и для того, чтобы у каждого человека была возможность это сделать. Вот для чего, друзья, жизнь. Это самый главный вопрос, который каждый из нас должен решить. В каком царстве я живу и кто мой царь? Все люди находятся под царством Мессии в каком-то
плане, потому что все подотчетны Христу. Пред Ним преклонится однажды всякое колено, но ты можешь либо признать эту власть над собой и подчиниться ей, преклониться пред ней, либо ты можешь бунтовать против нее всю свою жизнь. И вот в чем разница вот этих двух категорий людей. Так вот, вход Иисуса Христа в Иерусалим помогает нам увидеть это более детально. Давайте вместе с вами посмотрим сегодня на эту историю и обратим внимание на несколько очень важных деталей. Самое первое, на что я хочу посмотреть в этой истории, которую мы прочитали, это не доктринальный текст, это narrative, это история того, что Христос сделал на то время. И здесь мы посмотрим сегодня по-другому, чем мы обычно смотрим на послание Павла. Мы посмотрим на саму эту историю и заметим несколько деталей. Необычное стечение обстоятельств. Естественно, когда я говорю «стечение обстоятельств», оно звучит очень хаотично, как будто ну вот так просто звезды сошлись. Я сейчас не об этом, друзья. Я говорю «стечение обстоятельств» с человеческой точки зрения. Случайностей никогда не бывает. И в нашей истории мы с вами находим, мы видим, как был ряд событий, которые должны были произойти до этого входа в Иерусалим и после этого входа в Иерусалим. Это было событие, которое привело Христа к распятию. Если бы не было входа в Иерусалим, скорее всего, Христа бы не распяли через несколько дней. Вход в Иерусалим был триггером целого ряда событий. Посмотрите еще раз на 2 и 3 стих. «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, тотчас найдете ослицу, привязанную им молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». Подумайте, друзья, вот просто об этом факте. Я не знаю, если вы часто об этом задумывались, но у Христа уже ослица и осел приготовлены. Есть конкретное место. Все это время этот хозяин растил этих ослов, кормил их, поил их. Это же не просто два осла с неба упали. Понимаете, да, что это был естественный процесс. Я не знаю, сколько занимает времени, я не специалист по ослам, чтобы прокомментировать, вот сколько времени нужно было их взращивать. Но одно я знаю, что эти хозяева не планировали. Не планировали, чтобы эти ослы в итоге стали транспортом для царя царей. Но все это время, друзья, Бог дал жизнь этим ослам, Бог дал жизнь хозяевам, чтобы на конкретно этот момент приготовить этих ослов. И он не просто готовился к торжественному входу, он еще и одновременно исполнял пророчество Ветхого Завета. Смотрите, 4 и 5 стих. «Все же это было, да сбудется реченное через пророка». Почему Матфей постоянно об этом говорит? Он пишет для иудейской аудитории. Матфей пишет для иудейской аудитории, чтобы они понимали, что все события Христа, они в полной гармонии с Ветхим Заветом. Это не какое-то новое учение. Он цитирует здесь книгу пророка Захарии, и он показывает, что еще за 500 лет до Рождества Христова это событие было предсказано пророком Захарией. «Скажите дочери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и на молодом осле». Друзья, ключевой вопрос, который я хочу вот на данном этапе задать, это для чего Христос должен был войти в Иерусалим так торжественно? И ответ следующий. Для того, чтобы спровоцировать книжников и фарисеев к наивысшему уровню зависти, ненависти, чтобы в итоге они предали его на распятие. Христос уже в служении 3,5 года. У него уже было множество стычек с этими фарисеями и книжниками, религиозной элитой того времени. Но если вы читаете внимательно Евангелие, особенно от Иоанна, вы увидите, там постоянно Иоанн подчеркивает – хотели взять его, но не пришел его час, и Христос проскользнул мимо них. Хотели взять его, но не пришел его час, не пришло его время. И вот сюда, друзья, уже на этот момент час приближается, и Христос понимает, что пришел час. Христос въезжает в Иерусалим, и Он полностью, в полной гармонии действует с часами Бога Отца, с календарем Бога Отца. Христос не случайно выбирает именно этот день, чтобы въехать в Иерусалим. Дело в том, что в этот день там творилась огромнейшая шумиха. Ни в какой другой день, кроме как дней, которые подходят к Пасхе, столько людей не было в Иерусалиме. Историки говорят о том, что в пасхальную неделю в Иерусалим собиралось около 2 миллионов паломников.
Подумайте, друзья, об этой цифре сейчас. 2 миллиона людей. Я не знаю, вам приходилось видеть когда-то стадион? 10 тысяч, 20 тысяч. Умножьте это в 100 раз. Или во сколько там. Это тьма людей. Это, друзья, огромнейшая толпа. Шум о нем доходил до всех местностей. Мы часто на картинках видим, Христа въезжает в Иерусалим, и там просто 10 человек пальмы постелили ему. Это была огромнейшая, огромнейшая толпа людей. Кстати, многие из них, кто встречал Христа, так и не поняли, кто он. Заметьте еще раз 10-11 стих. Когда он уже вошел в Иерусалим, народ спрашивает, вот когда вся эта уже шумиха утихла, посмотрите, когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорит, кто это? Народ же говорит, сей есть Иисус, пророк из Назарета. Это эффект толпы. Толпа встречает, его кричит «Осанна, благословен грядущий во имя Господне», а потом, когда все утихло, говорят, а кто это вообще был? Так часто бывает, друзья. Народ кричит. Помните, в Ефесе однажды собралась толпа против Павла, и там прямо написано, большинство из них не знали, что они кричат и для чего они вообще туда пришли. Все кричат, и мы вот подхватим этот хайп. Христос, друзья, выбирает именно этот день для того, чтобы обратить внимание на себя как можно больше людей. Но здесь мы должны вспомнить еще одну историю, которая нашумевшая была очень сильно. Это воскресение Лазаря. Воскресение Лазаря, если вы поставите все в хронологическом порядке, произошло вот именно в эти дни. Совсем недавно нам кажется, что когда кто-то умирает, когда кто-то заболел, мы знаем, что есть разные цели, которые у Христа были, почему он подождал, пока Лазарь умрет. Но одно было, чтобы потом воскресить его из мертвых и утвердить веру своих друзей, своих учеников, это понятно. Но, друзья, смерть Лазаря, это еще больше внесло свой вклад в раздражение фарисея, в религиозной элиты того времени. Посмотрите, в это воскресение Лазаря приготовило почву для того, чтобы первосвященники и фарисеи дошли до пика своей зависти. Иоанна 11 глава, смотрите, 47 стих. В 12 главе Иоанна вход в Иерусалим. В 11, смотрите, что сказано. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все умрут, все уверуют в него, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом. Один же из них, Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Это была их реакция на воскрешение Лазаря. Дело в том, что воскресение Лазаря – это был просто сеанс в народе. Сегодня многие говорят, что там мы воскрешаем из мертвых. Проблема только в том, что я еще не видел ни одного человека, которого воскресили из мертвых. Но вот представьте себе, вы все были на похоронах, мы все здесь плакали, по телевизору показывали какого-то известного человека, и потом этот же Лазарь стоит здесь с кафедры проповеды. Через несколько дней. Я думаю, это событие не останется незамеченным. Это просто произвело огромный сеанс среди людей. Так вот, фарисеи на этой точке уже бьют в колокола и говорят, что нам делать? Слушай, уже слишком он много чудес творит. И заметьте, друзья, вот это лидеры народа говорят. Они движимы завистью, они прикрываются какими целями? Мы переживаем за народ. Если мы его не убьем, на нас придут римляне, захватят народ, и нам будет, вот мы что-то на народ служим. Друзья, это было все глупости. Чем эти люди были движимы? Писание нам говорит, они были движимы завистью. Завистью, потому что за ними шло меньше людей, чем за Христом. Христос воровал их публику, прикрываясь вот этими, как бы, такими благочестивыми целями. Эти люди – это лидеры народа. Коварные такие планы делают, чтобы убить Христа. Посмотрите, друзья, что происходило прямо за день до въезда в Иерусалим. Помните, что Христос, он останавливается в Вифании. В Вифании жили его хорошие друзья. Кстати, это очень интересно заметить, что у Христа были друзья. Вот у вас есть друзья, с которыми вы просто можете посидеть, чай попить. Не ученичеством заниматься, там, не какими-то великими делами, не проповедовать, а вот просто вы можете посидеть, и вам хорошо вместе. У Христа были такие люди.
Да, он занимался ученичеством постоянно, да, но ему тоже были нужны люди, с которыми он мог просто посидеть и расслабиться, отдохнуть. Это была Марфа, Мария, Лазарь, Вифании. Эти люди жили, его близкие друзья. Они проводят целый день вместе до того, как он приходит, входит в Иерусалим. И смотрите, что там происходит. Его и там достали. В 9 стихе, кстати, Вифания буквально несколько миль от Иерусалима, поэтому события уж точно разошлись по всей окрестности. Многие из иудеев узнали, что он там, в Вифании, и пришли не только для Иисуса, но чтобы и видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли ему навстречу. Воскресение Лазаря, друзья, послужило огромным триггером, дополнительным драйвом вот этого внимания к Иисусу Христу. Кроме всего этого, было еще одно пророчество, о котором мы вообще мало думаем и не задумываемся. Это книга Даниила, 9 глава. Посмотрите, что сказано в книге Даниила, 9 глава, с 24 стиха. «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония». Седьмины – это периоды по 7 лет. «Итак, знай и разумей, что с того времени…» Смотрите, ясный календарь, Бог открывает Даниилу. «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ из Вавилона, обстроятся улицы, стены, но в трудные времена». И посмотрите 26 стих. «А по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». Ну как, если ты ученик Писания, ты не мог вообще сделать математику? Как знатоки Писания, которые якобы ожидали Мессию, пропустили этот текст? Дело в том, что если вы внимательно почитаете даты, вы увидите, что отсчет этих седьмин идет со времени, когда вышло постановление о восстановлении Иерусалима. Это записано в книге Неемии. Тогда, когда царь Артаксеркс, он дал повеление Неемии, чтобы он шел и восстанавливал стены народа. Это объективная дата, которая зафиксирована в истории. От этого можно отсчитать период 7 седьмин и потом 62 седьмины. Это будет 483 года. 69 седьмин. Умножьте 69 на 7. И, друзья, если вы в точностью подсчитаете год в год, это было время от повеления, как вышло из Артаксеркса, до въезда Христа в Иерусалим. Лидеры иудаизма могли хотя бы это просчитать и понять, что, слушай, время близко, сейчас должен въезжать в Иерусалим Мессия. Они абсолютно игнорируют такие тексты. И не понимая, что мы сейчас прямо исполняем пророчество Даниила, и сейчас должен был будет предан смерти Христос, как Даниил здесь говорит. Друзья, когда мы смотрим на развитие событий в истории, иногда мы просто говорим, ну это случайность, то случайность, это случайность. Но если вы подумаете, что вот некоторые говорят, Бог управляет всем, но только большими событиями. Бог не управляет мелочами. Я скажу, что это противоречие. Невозможно управлять большими событиями без мелочей. Потому что мелочи приводят большие события в действие. Кто-то сегодня, может, ехал на собрание и попал в аварию. Я надеюсь, этого не было. Но если вы помните, вы как-то попадали в аварию, вы потеряли работу, вы проспали работу. Иногда такие мелочи дают полную траекторию нового направления жизни. И вот эти стечения обстоятельств здесь мы видим, это первое. Мы видим здесь провидение Божье. Все у Бога просчитано на Его календаре, в Его плане. И это первая причина, почему Христу надо было въехать в Иерусалим именно в это время, именно в этом году, именно после воскресения Лазаря. Это было пик внимания, люди собрались, фарисеи уже на пике своей зависти, ненависти, и это еще больше их раздразило. Тогда, когда они увидели миллионы людей, аплодируют Христу, и встречают его. Это первое, что я хотел заметить в нашем тексте, друзья. Второе, я назвал это необычный характер царя. Первое, мы говорим о необычном стечении обстоятельств. Второе, необычный характер царя.
Матфей, комментируя это событие, цитирует пророка Захарию, 9 главу. Давайте откроем этот текст вот в книге Захарии и прочитаем его в оригинале, в оригинальном контексте. Дело в том, что Матфей только цитирует один текст, но я хочу вспомнить контекст Захария 9 главы. Захария 9:9, там сказано: «Ликуй от радости, дочерь Сиона, торжествуй, дочерь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Слово в слово цитирует его Матфей. Когда мы с вами изучали книгу Захарии, помните, у нас была серия по малым пророкам, мы подошли к 9 главе, и кто помнит, Захария – это пророк, который совершал свое служение в 500-е годы до Рождества Христа. Иудеи уже возвратились из вавилонского плена, они живут в своей семье, но еще стены не восстановлены. Теперь представьте себе состояние иудеев на то время. В город возвратились, но стены еще не восстановлены. Как вы думаете, как они жили? Что город без стен в то время – это как открытый дом, без окон, без дверей, заходи, бери что угодно. Люди живут в страхе. У них очень много врагов, которые нападают на них, которые угрожают им. Поэтому я не буду сейчас повторять всю эту проповедь, которую мы говорили на 9 главу Захарии, но посмотрите на контекст вашей Библии, и вы увидите, что в первых 8 стихах, перед тем, как сказать об этом царе, там Захария говорит о другом царе. О захвате всех наций, которые на то время, они были угрозой для Израиля. Великие такие города, как Тир, будут завоеваны, он говорит, но при этом Иерусалим не будет тронут. Так вот, я говорил в то время, что единственное время в истории, когда все эти города, которые перечисляются в 9 главе Захарии, единственное время в истории, когда это все произошло, а Иерусалим не был тронут, это было время, когда Александр Македонский завоевал всю эту территорию. И мы об этом даже читаем в книге Даниила, что будет восстанавливаться, восставать греческая империя, там будет царь Греции, это был именно Александр Македонский. Но потом Захария отталкивается вот от этого, что сделает Александр Македонский, и он говорит, что но есть другой царь. Есть настоящий царь Иерусалима, и он будет абсолютно отличаться от Александра Македонского. Александр тогда, он тоже вошел в Иерусалим, если вы читаете историю, это документы очень известные, вот. Он завоевал все города, кроме Иерусалима. Это точно то, что Захария говорит в 9 главе. Но потом он говорит, будет другой царь, который будет отличаться колоссально по своему характеру. Заметьте, здесь есть несколько характеристик этого царя. Самое первое, он праведный царь. Праведный царь. Вот. Праведный царь можно понять по-разному. Можно понять, как у него личность просто праведная, а можно понять, что у него будет праведное правление. Так вот здесь именно идет речь о правлении. Этот царь, он будет править нацией, землей справедливо, праведно. Он будет принимать праведные решения. Естественно, это зависит от характера царя, потому что для того, чтобы правильные решения над нацией принимать, политические решения, нужно иметь страх Божий. Нужно искать Божьей воли. Нам это, друзья, очень сложно представить. Представьте себе праведного президента, праведного царя. Вы не можете это представить. Почему? Потому что, учитывая то, что вот в нашей официальной позиции баптизма, церковь и государство – это всегда были разные вещи. И в истории, когда церковь и государство, церковь и политика, они совмещались, вы помните, что были? Были страшнейшие явления, крестовые походы. Во время реформаторов какие там ужасы происходили, тогда, когда Цвингли, Кальвин, Мартин Лютер, на то время не было разделения между государством и церковью, и любая ересь считалась как государственное наказание. Людей сжигали на кострах. Но это, друзья, только потому, что вот мы сейчас уже понимаем, что политика и церковь – это разные должны быть вещи. Так вот, о Христе сказано, что Он будет политиком. У Него будет политическое царство, и оно будет праведное. Оно будет единственное, первое во всей истории, чья воля и решение 100% будут совпадать с Божьими решениями.
Как вы думаете, почему такого политического царя, они же встречали, вот Израиль встречал Христа как царя, как политика. Они думали, что он сейчас освободит их от римского ига, он сейчас освободит их от Римской империи, от налогов и так далее. Почему же этот царь, он же праведный, кроткий, ну лучше не найдешь. Почему они в итоге его распяли? Ну потому что люди всегда избирают себе царя в соответствии с их желаниями. Подумайте, друзья, как происходит? Вот нам сегодня это хорошо понятно, у нас демократия сегодня. Чем отличается демократия? Она этим и отличается, что люди могут избрать себе царя, президента, могут себе избрать правителя. Как происходят выборы здесь в Америке? Как люди избирают президента? Ну, они смотрят на его взгляды, смотрят на решения, на программы, которые он предлагает, и говорят, вот это хорошее решение, вот мы за этого президента, а это плохие решения, это нам не подходит, мы против такого президента. На всем этом, друзья, основаны предвыборные кампании, обещания кандидатов. Что кандидат делает? Он идет к людям, узнает, чего они хотят, и потом он себя позиционирует как слуга народа, человек, который будет служить людям и будет исполнять их желания. Так вот, друзья, Христос абсолютно отличается от этого. Он не делал опрос того, чего люди хотят, он не делал предвыборных кампаний, его, в принципе, никто и не избирал царем, потому что он царь по определению. Он просто есть царь, он им всегда был, у него свои законы, свой уровень праведности, и перед ним только можно или преклониться и признать его власть, или отвергнуть его и конфликтовать с этим царем. Друзья, Христос – это единственный царь, который праведен по природе своей, и его правление является стандартом праведности. Вот царь Навуходоносор это понял однажды. Очень интересно, царь Навуходоносор, помните работу Бога с его сердцем? Однажды он даже смирил таких людей, как Навуходоносор. Даниила, 4 глава, 32 стих. Навуходоносор вот что понял в итоге. «Все живущие на земле ничего не значат». Это тот царь, который недавно ходил по Вавилону, поправлял свой галстук, скажем, ну, что у него не было галстука, но он грудь вперед и говорил, какой город я расстроил, какой я молодец, какая у меня армия, вот я сильный человек. Вот что он в итоге, как Бог его сломал, друзья, его гордость. Все живущие на земле ничего не значат. По своей воле он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться его руке и сказать ему, что ты сделал. Нет, человек, конечно, может Богу сказать, что ты сделаешь, но это никак не поменяет Божье решение. Мы не вправе Богу предъявлять претензии. И это, друзья, самое большое откровение, которое может сделать человек в своей жизни. Чем быстрее вы преклонитесь пред Богом, как царем, суверенным владыкой, тем легче будет вам. Потому что, поверьте, по вашей воле все равно ничего не будет. И вы можете либо в гармонии с царем жить, либо в противлении царю. Вы знаете, что с царем нужно дружить, правда? Есть люди на этой земле, с которыми нужно дружить, с которыми нельзя конфликтовать. И уж точно царь царей – это тот, с кем нужно дружить. Это первое. Второе, посмотрите, сказано, что он не только праведный, он спасающий царь. Захария говорит, вот царь твой грядет к тебе праведный, то есть он все, что он делает, это правильно. Второе, он спасающий, он действительно любящий. Безусловно, друзья, Христос является в первую очередь спасителем от грехов, Христос является спасителем от причин всего зла. Вот люди, когда встречали его, они говорили, спаси нас от ига римского. А иго римское, все зло, которое Рим форсировал на Иерусалим, на Иудею, это только было следствие греха. Они не хотят решить коренную проблему, они просто хотят решить, чтобы просто последствия ты решил нам. Но здесь, в книге Захарии, речь идет даже не столько о спасении от грехов, сколько об освобождении людей. Об освобождении людей. Царь, дающий людям настоящую свободу. Подумайте, чего ожидают от политического царя больше всего? Чтобы он жизнь хорошую людям обеспечил. Именно этого люди ждут увидеть в политическом лидере государства.
Сегодня есть цари, которые называют себя освободителями, которые претендуют на то, что они освобождают народ. Но вы знаете, друзья, чем это заканчивается? Это заканчивается гибелью многих людей и страданием невинных людей. Поэтому так было, друзья, на протяжении всей истории. По-другому цари не выживают. Почему политика – это всегда грязное дело? В политике нужно добиваться своего, честные методы там не работают, но однажды придет, вот представьте себе, на эту землю другой политический царь, наш Спаситель Иисус Христос, и Он будет настоящий освободитель. Он будет настоящий спасающий, спасающий царь. Я знаю, что мы сегодня не живем под игом римским. И у нас нету такого вот радикального, скажем, бремени, которое мы несем, от чего мы ищем освобождение. Но даже здесь, в Америке, мы можем жить под игом демократии. Или не демократии, а под игом демократов. Под игом решений, которые принимаются неразумные, которые ведут к инфляции. Под игом аморальных законов, которые влияют на программу в школах. Всегда было нормально послать человека в школу, своего ребенка, сейчас нужно дома обучать. И некоторые чувствуют вот этот вес. Мы вынуждены делать вещи, которые, в принципе, мы не должны делать. Все это решение правителей, которые не дают нам жить свободно, спокойно, правильно функционировать. Друзья, но когда Христос придет на эту землю, Он будет царем, и все будет по-другому. Однажды по всей земле будет царствовать царь, который по-настоящему освободит людей от их всех земных правителей и даст им настоящую свободу жить правильными Божьими ценностями. Вот какой царь наш Иисус Христос. Третье, посмотрите, его характеристика. Сказано, что он кроткий царь. Он не только праведный, он не только освобождающий или спасающий, он еще и кроткий. И вот это третье, я думаю, это вообще нам нельзя представить кроткого царя. Кротость – это практическое проявление смирения сердца. Я не знаю, если вы когда-то видели по телевизору, лично знакомились со смиренным правителем, царем, президентом. Политики – это в основном гордые, напыщенные люди, которые должны задавить своих оппонентов. Я уже говорил, по-другому невозможно. Мы живем в таком мире, где нужно давить друг друга, выживает сильнейший. И вот почему. Самое первое, что должен каждый кандидат доказать своим избирателям, это то, что он самоуверенный. Он стабильный, у него есть внутренняя сила. Но вот в греховной плоти, друзья, доказать самоуверенность и не быть затронутым гордостью абсолютно невозможно. Со Христом именно все наоборот. Матфея 12 глава, посмотрите, 28 стих, он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня». Они были под римским игом, они были под игом книжников и фарисеев. Он говорит: «Возьмите мой груз на себя, он очень легок. Научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и покой найдете душам». В чем кротость Христа, друзья, проявляется? Одно из главных, если мы говорим о царе, он будет реально заинтересован в интересах людей. Что такое смирение? Смирение – это тогда, когда я не только живу ради своих интересов, но когда я почитаю интересы другого выше себя. И кротость – это именно тогда, когда я сдерживаю свои возможности, сдерживаю свою силу для того, чтобы было хорошо другому. Христос будет на троне сидеть не просто ради себя, не просто ради продвижения своего имени. Да, оно будет прославлено, друзья, но оно никак не будет конфликтовать с нашим благом. Мы думаем, либо Христу будет хорошо, либо людям. Ну, потому что сегодня так. Либо политик будет деньги гребсти и на себя работать, либо людям будет хорошо. Это две взаимоисключаемые идеи. Но будет время, друзья, когда все люди будут жить в добре, им будет хорошо, они будут наслаждаться благом, и при этом царь будет прославлен тоже. Вы знаете, что все политические кандидаты в президенты рекламируют себя как слуги народа, как те, кто будет работать на народ. И, возможно, кто-то достаточно наивный, чтобы в это уверовать, что действительно кто-то, какой-то кандидат заинтересован только будет во благе людей. Я допускаю, что какие-то кандидаты в президенты ищут больше блага людей, какие-то меньше.
Но то, что на выборах, друзья, все провозглашают и обещают, что они будут работать на людей, это просто показывает, что это самое желаемое качество в кандидате, которое люди ожидают. Мы хотим, чтобы он не на себя работал, чтобы он не пополнял свое достоинство, а чтобы он людям хорошо сделал. Так вот, друзья, нет ни одного царя, нет ни одного президента, который бы в совершенстве это исполнил. Никогда такого не было и никогда не будет. Единственный царь, который придет на эту землю, Иисус Христос, который будет кротким царем, который будет на 100% заинтересован в благе людей, это Иисус Христос. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Друзья, вот это наш царь. Вот почему он необычный. Это полностью противоречит любому президенту, царю, кандидату в истории. Праведный, справедливый, спасающий, освобождающий, кроткий. Друзья, почему нам сегодня нужно это все знать? Потому что вот этот царь, это не только царь Израиля, он наш царь. Он придет вместе со своей церковью на эту землю, чтобы царствовать 1000 лет, и мы будем в числе этих царствующих. Друзья, когда мы говорим о царстве Мессии, я сейчас не говорю про вечность. Я сейчас не говорю о небе, что на небе он царствует. Я говорю, что Библия учит, что на земле будет царство, которое будет длиться 1000 лет, когда Христос после взятия церкви, после великой скорби, придет вместе с церковью на эту землю для того, чтобы установить 1000-летнее царство на этой земле, где мы живем. Это еще не будет новое небо, новая земля. Он в Иерусалиме поставит свой трон. Библия очень ясно об этом учит. Так важно, друзья, чтобы мы вспоминали, кто наш царь. В нашей церкви мы поем такую песню, которая одна из моих любимых. «Вот наш Бог, трон Его высок, будем поклоняться. Вот наш царь, не сравним ни с кем, будем поклоняться». И вот в куплетах этой песни там есть такие слова, я хочу вам напомнить их. «Кто дает народам свой устав, кто един и прав во всех делах, кто решает, что произойдет, кто один все знает наперед? Кто был свят, но взял вину людей? Кто подставил руки для гвоздей? Кто в смирении умер на кресте? Кто воскрес, чтобы грешников спасти?» И там припев: «Это наш Бог». Это наш царь, дорогие друзья. Однажды Пилат назвал Христа царем Израиля, помните? Перед распятием. Что Израиль ответил? «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Какие безумные слова. Евреи, которые знали Захарию 9 главу наизусть, которым был обещан праведный, кроткий, спасающий царь, они такого царя не хотят. Они этого царя отвергают, вместо этого требуют и говорят: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». А кто был Кесарь? Это был император. Римский император, который давит на них налогами, который сдирает с них деньги, который мучает их, который делает жизнь сложной, и они лучше этого примут царя, чем кроткого, спасающего. Почему? У них совершенно сдвинуты стандарты, друзья. Это люди обманутые, ослеплены дьяволом, и в оценке царя, которого они хотят иметь, они лучше будут иметь какого-то земного царя, но будут отвергать небесного царя. Друзья, дай нам Бог, чтобы нам не забывать, кто наш царь. Да, живя на этой земле, мы должны принимать земных правителей, как от Бога поставленную власть, но не дай Бог, чтобы наша преданность какому-то земному царю превышала нашу преданность царю царей Иисусу Христу. Мы Его ждем. Мы на Него надеемся. Мы на Него только уповаем. И тогда, друзья, когда мы видим нечестивых царей на этой земле, а их очень много, давайте помнить о том, что не всегда так будет. Не всегда так будет. Будет время, когда эта земля станет праведным местом, где будет исполняться Божий закон. Это второе, на что я хотел сегодня посмотреть с вами, друзья. Это необычный характер царя. Очень сильно отличается от всех земных царей. И дай Бог, чтобы наша лояльность, наша преданность любому земному царю не превышала нашей лояльности небесному Отцу. Третье. Необычная реакция публики. Последнее, что я хочу заметить здесь. Как я уже говорил, в это время в Иерусалиме находятся миллионы людей. В
Христос, благодаря воскресению Лазаря, стал еще более известным. Давайте еще раз прочитаем о том, как его встречает вся эта толпа. 8 стих. «Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». Это была очень древняя еврейская традиция на Востоке. Так встречать царя, великого человека. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, заметьте, идет Иисус Христос, есть те, кто впереди идут, и есть те, кто сзади. Люди окружили Его, и они кричат: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних!» Я не знаю, если вы знаете, что такое осанна. Осанна – это еврейское слово, которое означает «спаси нас», «спаси сейчас». Осанна – это не «слава Богу», это крик души, в которой люди вопиют: «Вот наш Спаситель! Вот наш Освободитель!» Этими словами они не прославляют Христа, они как Бога, они видят в Нем политического освободителя и говорят: «Вот наше освобождение! Наконец-то Он сейчас нас избавит от римской оккупации!» Друзья, встречая Христа, они не Христа праздновали, они праздновали свою свободу, которую они думали. «Благословен грядущий во имя Господне» – это слова взяты с 117-го псалма. И вот 117-й псалом – это псалом победы после битвы. Если вы почитаете 117-й псалом, это песня в Иерусалиме среди евреев, которая пелась тогда, когда люди одержали политическую победу. Поэтому в этих словах намного больше, чем то, что мы видим. Ассоциации очень ясно здесь понятны. Этот народ, друзья, совершенно не понимал, что Христос пришел не для того, чтобы дать им политическую свободу, Он пришел, чтобы дать им свободу от греха и вечной погибели. Это, друзья, всегда типично, обычно. Люди видят во Христе только человека, который решит их проблемы, даст им лучшую жизнь. Но при этом они упускают самое главное, в чем они действительно нуждаются. А ведь Христос пришел, чтобы не решить нашу жизнь на этой земле, а решить нашу вечную судьбу. Такие люди, друзья, очень быстро разочаровываются в Боге. Если вы веровали в Бога, и вы думали, что вот мой Спаситель, Он решит вопросы моего брака. У меня теперь будут деньги, у меня теперь будет здоровье, у меня теперь будет там что-то еще. Вы очень быстро разочаруетесь, друзья, потому что жизнь христианина намного сложнее, чем жизнь обычного человека. В жизни христианина намного больше скорбей, чем у неверующих. Псалом Асафа об этом очень хорошо говорит. Нечестивые благоденствуют. Нет им проблем, они не болеют, а у меня одни проблемы. Не напрасно ли я очищал свое сердце, Асав говорит. Так вот, друзья, такие люди очень быстро разочаровываются в Боге, если они только видят во Христе освободителя земных проблем. Как вы помните, это и произошло. Они разочаровались во Христе очень быстро. Как вы знаете, это было воскресенье, понедельник. Через буквально 5 дней, что они кричат? «Распни его». Откуда такой переворот? Подумайте. Как эта толпа людей сегодня кричат, там миллионы людей, через 5 дней буквально их взгляд на Христа меняется колоссально. Теперь они ищут Его смерти. Я скажу вам, откуда такой переворот. Вспомните, что сделал Христос самое первое, когда Он вошел в Иерусалим. Он вошел в храм, и что Он там сделал? Он разогнал всех, взял бич и повыгонял. Он говорит: что вы тут устроили? Как вы думаете, людям это понравилось? Люди его встречали, думали: вот он, избавитель наш, сейчас исполнит все наши желания. Самое первое, что он делает, он переворачивает столы. Это огромнейший бизнес, это огромные деньги, которые люди потеряли. И их мнение о Христе на 180 градусов меняется. Друзья, Христос отличается тем, что у Него есть объективная, конкретная воля Небесного Отца, и Он не работает на нас. Нам нужно это понять. Христос не работает на нас. Мы для Него, а не Он для нас. Входя в нашу жизнь, Он разоблачает грех. Если хотите метафоры, Он заходит в храмы нашего сердца. И там все идоложертвенники, все эти алтари идолам, что Он делает с ними? Он их разбрасывает, Он берет бич и выгоняет всякую грязь из нашего сердца. Все, что не славит Бога.
И человек, который приходит ко Христу, но он не готов быть исправленным, он не готов к тому, что Христос придет и опрокинет все столы и идоложертвенники его сердца, такой человек о Христе мнение поменяет очень быстро. Это неудивительно, что сегодня толпы людей приходят в церковь. Толпы было время, когда выходили наперед, каялись. Толпы время людей, которые поднимали руку и говорили, я хочу быть христианином. Но буквально у кого-то за дни, у кого-то за года мнение о христианстве поменялось очень сильно. И как только приходят трудности, проблемы, они говорят, мы так не договаривались. Я только к Христу пришел, чтобы богатым стать. Я думал, у меня проблемы исчезнут. А он говорит мне, жизнь надо менять, сердце надо менять. Характером над моим он работает. У меня еще больше проблем стало. Христос не вписывается в систему ценностей людей. Христос не вписался в планы жизни людей. Так вот, друзья, если вы подумаете об этом, проанализируете мир, вы знаете, что люди, которые были в церкви, особенно которые вот здесь стояли за кафедрой, за такой же кафедрой, которые были в служении, и потом, которые уходят от Бога, большинство из них, с которыми мне пришлось сталкиваться, они не просто становятся пассивными атеистами, они становятся очень агрессивными атеистами. И они не просто говорят, ну, хотите, поклоняйтесь, они атакуют христианство. Они ненавидят христианство. Они ненавидят Христа. Почему, друзья? Потому что, когда они сказали, я хочу следовать за Христом, Христос затронул их святое святых. Христос вскрыл мусор их сердца. И они, подобно этой толпе, очень-очень радикально поменяли свое мнение в течение дней, а иногда в течение многих лет. Христос очень много об этом предупреждал, друзья. Он не говорил, он постоянно говорил, что не всякий говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. За ним следует толпа, и он говорит, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики. Христос не спешил записывать людей в христиане просто потому, что они помолились какой-то молитвой или заполнили анкету на членство или на крещение. Очень ясно это видно в притче о сеятеле. Смотрите, 13 глава с 20 стиха Матфея. «А посеянное на каменистых местах, значит, того, кто слышит слово, и, смотрите, с радостью принимает его. Благословен грядущий во имя Господне». Но посмотрите 21 стих. «Но не имеет в себе корня, не постоянен, как только настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Некоторые думают, что Христос говорит о четырех видах верующих, возрожденных. И вот есть такие, у них такая слабость. А есть вот такие, у них такая слабость. Друзья, Христос говорит, будет четыре разновидности слушателей Евангелия. И вот первая почва – это ложные христиане. Это the false converts. Они слышат, говорят, давай покаюсь, давай я запишусь вам, христиане, но до первой скорби, до первого гонения, и тотчас соблазняется или отпадают. Отпадают от чего? От Христа? Отпадают от возрождения? Отпадают от настоящего познания Бога? Да нет. Отпадают от пустой религии. Отпадают от пустых слов, которые они произносили. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, и тоже подразумевается, он принимает, но потом забота века сего, обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Друзья, вот почему Христос говорит, кто хочет следовать за Мною, тебе надо просчитать, чего это будет тебе стоить. Он говорит, нужно отвергнуть себя. Не готов отвергнуть себя, ты будешь подобен толпе, которая сегодня будет кричать «Осанна сыну Давидову», а завтра скажет, мы не так не договаривались, вообще все это христианство меня абсолютно не интересует, это все фальшь. И человек оказывается вообще критиком огромным и агрессором против христианства. Это не настоящие христиане, которые ушли от Бога. Они с Богом никогда не были. 1 Иоанна 2 глава сказано, они вышли от нас, но они не были наши. Если бы они были наши, и он говорит, они бы остались с нами, но они вышли от нас, и он говорит, через это стало открыто, что не все наши. Оказывается, церковь полна плевелов. И только впоследствии жизнь, испытания, гонения показывают, у кого настоящая вера, а кто просто за компанию ко Христу присоединился, кричал непонятно что, сам не понимая, и жизнь все выставила на свои места. Друзья, все это событие входа Христа в Иерусалим – это огромное окно, окно в то, как мир работает и как люди относятся ко Христу. Безусловно, я уже говорил, что в Божьем провидении это событие было запланировано Богом для того, чтобы в народе возбудить ревность, в итоге поднять его на распятие. Это
Но это очень яркая картина того, как происходит следование за Господом очень часто. От Христа отпадало очень много учеников поверхностных. Ходили, ходили, слушали, кушали пищу, и в 6 главе они говорят, что-то нам сложно об этом думать, понимать, и отсеялись. Ложные ученики всегда отсеиваются. Поэтому давайте, друзья, будем помнить о том, что Христос является Царем Царей. Он является нашей единственной надеждой всего мира. Мир сегодня стонет по праведному царю, потому что нет праведного царя, все они заражены политикой, грязным делом. Все цари земные, все государства, друзья, нет ничего стабильного, надежного, настоящий мир и покой только будет тогда, когда Христос сядет в Иерусалиме. И если сегодня, друзья, вы еще не в мире с Господом, я хочу еще раз это повторить, что есть только один царь, есть много, которые претендуют на царство, дьявол претендует на царство, есть только один царь царей, и с ним нужно дружить. С ним нельзя конфликтовать, потому что очень скоро он придет для того, чтобы воздать всем своим врагам. И этот царь, он взял вину людей. Он не только говорит, примиритесь со мной, он сделал все необходимое, чтобы это примирение стало возможным. Никто из царей не отдал свою жизнь ради блага своих людей. Никто не умер за своих людей. Наоборот, сегодня цари выставляют своих людей на смерть для того, чтобы свою шкуру спасти. Это противоположное, что делает настоящий праведный святой царь. Поэтому благослови нас Господь, друзья. Если вы еще не знаете этого царя, сегодня, сейчас у вас будет время, я предложу, чтобы мы сейчас могли преклонить колено, и чтобы каждый мог, я вам дам несколько секунд помолиться в сердце. Вы поговорили с Господом, сказали то, что у вас на сердце, и преклонились перед этим царем. Аминь. Давайте мы склонимся и помолимся. Господи, мы приходим к Тебе сегодня, Ты есть наш Царь Царей. Твоя вся власть, вся вселенная Тебе принадлежит, Господи, мы только маленькие здесь песчинки. И на такие песчинки Ты обратил внимание, Ты не просто заметил нас, Ты ради нас спустился на эту землю, стал человеком и отдал свою жизнь, чтобы примирить нас с собой. Это был единственный путь примирения, и Ты сделал это. Мы благодарны Тебе, Господь, что через эту историю входа в Иерусалим Ты показываешь, что все детали событий у Тебя под контролем. Тогда, когда умер Лазарь, люди не понимали, зачем. Люди скорбели и только потом узнали. Тогда, когда Христа распинали, очень многие скорбели, плакали, но потом узнали, для чего все это. Господи, много что в нашей жизни происходит, о чем мы скорбим, плачем, но только потом, впоследствии, видим более широкую картину и успокаиваемся. Помоги, чтобы мы всегда помнили, что Ты царствуешь, Ты владычествуешь. В этом мире царствует не дьявол, хотя у него есть воля действий, и он так много совращает людей, но Ты можешь его связать в долю секунду. И мы верим, что Ты это однажды сделаешь, Господи, но пока еще время не пришло. И нам нужно жить в это время, тогда, когда зло царит, когда зло размножается. Господи, научи нас правильно на все это реагировать, не быть озлобленными на Тебя.
У нас нет всех ответов, Господи. Мы можем вместе с Аввакумом только вопиять, доколе, Господи, для чего. Но тот же Аввакум, когда он закончил разговор с тобой, он говорит, пускай даже и смоковница не даст плода, я буду славить Господа. Господи, помоги нам вот пережить эту встречу с тобою, такую, полную веры, доверия, чтобы мы могли радоваться Господу нашему Спасителю. И радоваться тому, что в будущем не всегда так будет. Все эти политические цари сегодня, они как саранча, Господи, перед Тобою. Они думают, что они много что значат, но Ты говоришь, что это как капля, которая на весах, это меньше пустоты. Ты так говоришь в Исаии 40 главе. Господи, помоги нам помнить, что Ты над всеми, Ты сильнее всех, и однажды Ты придешь и накажешь все это зло. Помоги нам доверить этот суд в Твои руки, и помоги, чтобы мы были озабочены, чтобы быть преданными только Тебе, чтобы наша лояльность была только к Тебе, Господи. Поклоняемся Тебе за все, наш Бог. Аминь.
Аминь. Знаете, в 27 главе Матфея, когда Иисус стоит перед судом или перед Пилатом, Пилат спрашивает народа, он говорит, что мне сделать с этим Иисусом, которого зовут Христос. И мы там видим, есть три категории людей и три разных реакции на этого же Иисуса. Первый – это религиозные лидера, фарисеи, саддукеи. Мы видим, что они Иисуса хотели убить, еще мы видим в 26 главе, они хотели его предать смерти из-за зависти. Мы видим, есть Пилат и Ирод, которые именно лидера или государи своих регионов, и они не хотят с ним ничего общего иметь, и даже Пилат, он омывает руки, боясь бунта и самого иудейского народа. И потом в конце мы видим сам израильский народ, люди, к которым Христос, Мессия, пришел, и те, которые кричали недавно «Осана» и «Слава Богу» отдавали, теперь кричат, что они хотят, чтобы он умер. И вопрос теперь всем нам, что ты сделаешь с этим царем, Христом, который пришел на эту землю. Пусть Господь нам поможет этот вопрос честно ответить и проанализировать нашу жизнь. Перед тем, как мы помолимся, быстрое напоминание о том, что те, кто хотят вступить в членство, ваши классы сегодня будут сегодня в 7 часов вечера в той комнате. Иисус, мы благодарим Тебя за Твою жизнь, за то, что Ты пришел на эту землю. Ты родился, Ты жил праведной жизнью. И в один момент ты, в правильный момент ты пришел в Иерусалим, чтобы умереть. И все пошло по твоему плану, все было контролируемо. И ты прошел через нереальные испытания, через боли, через плевки, через предания. И все это было ради нас, ради тех же людей, которые кричали «распни». И те люди, которые не хотят иметь ничего общего с Тобой. Господь, мы благодарим за то, что Ты являешься Царем Вселенной, Царем этой земли, а самое главное, Царем нашей жизни. Я прошу, чтобы эти слова, они побудили нас больше любить Тебя, молиться Тебе, благодарить Тебя за то, что Ты нам сделал, а также побудил тех сердец, которые не знают Тебя, которые не считают Тебя Царем, а просто каким-то человеком, может быть, просто хорошими историями или моральными уроками, чтобы Ты проговорил их сердцу и показал, что они нуждаются в Тебе, в Царе. Пусть через это наша жизнь будет славой Тебе. Мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром.